Это старинный фильм с еще среднего возраста Фаины Георгиевны Раневской. Она там играет украинку, селючку Попадью. Бить его, бить его, бить! Бить, только бей поясом или веревкой, а то рукой печенку отбить можно. У меня уже был такой случай, ей-богу. Помнишь Манечку покойную? Мальчонка приходит к ней взять за кусок сала, не просто так, а взять чуть-чуть йода, потому что мать себе ногу обрубила топором и может вообще умереть. Боже, старая! Вот старая сало-то, тонкая. Да на что меня такое сало, я тебе скажу? На что оно мне надо, а? Несчастный, нищий мальчик дает за помощь кусок сала, и она вставляет палец, что у тебя жидкое такое сало, не хочет давать. И потом там чуть ли не целует свиней, потому что это ее основная любовь.